Всем привет, мои дорогие! Сегодня я вас приглашаю на кухню. Хочу вам показать очень простой, но очень необычный маринад, в котором будет мариноваться моя курочка, а затем будет жариться на гриле сковородки. Итак, кому интересно, оставайтесь со мной. Поехали! Что нам понадобится для маринада и какое мясо я взяла? У меня было 3 ножки куриные, я разобрала, отделила от кости, и у меня получилось вот такое филе. Я думаю, вы сами справитесь, как отделить мясо от кости. Дальше, для маринада нам нужен кетчуп, соль, копченый перец черный, немного я возьму жидкого дыма, паприка и йогурт. Йогурт у меня с добавкой персика, вы можете взять без фруктовых добавок. Но я считаю, что если есть рецепты курицы приготовления с апельсиновым соком, то вот эта добавочка персиковая не помешает и не испортит вкус. Дальше чесночочек. 5, 4, 3 зубчика. Как вы посчитаете нужным. Итак, я начну делать маринад. Берем 50 грамм кетчупа. 50 грамм йогурта, здесь у меня 170 грамм, извиняюсь. Берем половиночку. Остальное можно съесть. Дальше немножко жидкого дыма. Пол чайной ложечки. Дальше черный перец. Одна чайная ложечка, вот так. Паприка. 1,5 чайной ложечки. Соль. Чайная ложечка. Все перемешиваем. Чесночок. Перемешиваем. Вот такой маринадик получается. Маринадик готов. Можно курочку отправлять в эту субстанцию. Раз, два, три. И оставляем мариноваться от 30 минут до часу. Можно поставить в холодильник маринадик. Целый час мариновались куриные ножки. Теперь наступила пора их готовить. Разогреваю вот такую гриль сковородочку, наливаю масло, буквально по 5 минут с обоих сторон, с обеих сторон. Проверяем, смотрим. Еще не готово для переворачивания. Еще немножко. Так, один кусочек я могу уже переворачивать. Эти еще не взялись. Переворачиваю остальные 2 кусочки. Красивенько получается. Солю салатик к мясу. Вот заправила бальзамиком. Белл любит вот такой blue cheese соус. И немножко сейчас посыплю пармезаном.
Можно добавить еще крутончики. И моя порция салата тоже. Всевозможные виды салатного листа, виноградик. Сейчас добавляю орешки. И сушеную вишню. Также заправляю бальзамиком и blue cheese соусом. Проверяю, как мои кусочки обжариваются. Отлично, еще немножко. Отлично. Все, практически курочка готова. Вот такая курочка получается. Очень красивая. Презентабельный нижний вид у нее. Моя картошечка запеченная и салатик. Делайте по этому рецепту, попробуйте, насколько это вкусно. Всем приятного аппетита!